Thank you.
отличная игра. Какие впечатления сегодня от матча? Тяжело ли собираться после межсезонья? Сегодня вторая игра у вас, как я знаю. И какие, в принципе, впечатления от поединка? В принципе, игра была интересна. Последние минуты второго тайма, то есть были в счете. То есть, скажем так, нервы. Сдали нервы, то есть последние пропустили много во втором тайме. То есть ничья 6-6 по счету, так. В межсезонье первый матч у нас была победа, после первого матча. После межсезонья второй матч у нас получилась ничья. Ну так получилось, третий матч будет победа. После хорошего матча с Асби, хорошо, я так понимаю, настроились на Дарницу. Чего не хватило во втором тайме, чтобы удержать преимущество? Как не хватило, скажем так, моральной выдержки, физика в некотором плане. То есть устали игроки, бегали. Все было в игре, то есть усталость. С кем матчи еще остались и на кого будете настраиваться? Осталось еще у нас 6 игр. Еще Росинка. Игра с Росинкой, Ведрожина, Гефест. Будем настраиваться. Хорошо, спасибо большое. Какие впечатления от матча сегодня в принципе? Тяжело ли входить в сезон после перерыва зимнего? И как вообще вам сегодняшний поединок? Не, конечно, тяжело входить после перерыва. Со многими ребятами не виделись практически месяц после последней игры. Вот. Игра, ну, начало было, конечно, нам было тяжело, мы все время отыгрывались. Одно, второй тайм нашли свою игру, в принципе, даже вышли вперед, вот, но не смогли удержать. Очень интересная игра, могла выиграть как одна, так и другая команда. Кто-то мог забить очень много нереализованных моментов, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. За счет чего получилось переломить ход встречи во втором тайме и забить? Я думаю, за счет, наверное, количества замен у нас все-таки было. То есть у нас две четверки полноценных. Я думаю, за счет физики мы все-таки, скажем так, сравняли игру. Из оставшихся матчей с кем, как вы думаете, будет играть тяжелее всего и какие ваши ожидания там? Ну, у нас остался Гефест, и мы знаем, что Гефест все игры проиграл, но мы уже с этим соперником встречались. Вот сыграли ничью, конечно, хотелось бы выиграть. Знаем, команда все-таки неплохая. Хорошо, спасибо большое.